Всем привет! Сегодня 8 марта. Мы приехали отмечать в Царскую охоту. Царская охота находится в живописном месте возле села Сосновка. Это ресторан, гостиница. На территории среди сосен достаточно много гостевых домов. Вот здесь бассейн, летом, конечно, открытый. На въезде нас встречает медведь с караваем. Хлеб да соль. Царевна-лягушка. Поделка из дерева. Это павильон-кафе. Здесь летом отдыхают. И возле павильона находится зона барбекю. Сразу же готовят шашлыки и подают их горяченькими, вкусненькими. Еще одна поделка. Вот такой дед, сторож. На плече у него сидит мышка. Здесь написано: колено потрешь, счастье и удачу обретешь. Игровая площадка для детей. Качели, лазилки. Качелька для самых маленьких. Вон какая баба-яга. Шатры для летних корпоративов. Вдали мы видим еще гостевые дома. Здесь пруд с карпами. Вот такая поделка в виде бобра. Дорожки везде прочищены. Достаточно много гостей приезжает. А это ухо исполнения желаний. Всякому в ухо шепнувшему исполнение желания заветного. Он с сосны прилетит. Это обзор нижней части Царской охоты. А вон туда выше находится зоопарк, в котором находятся зубр, олени, марал, кролики, лама. Также в верхней части Царской охоты конно-спортивный клуб. Царская охота находится в живописном месте, поэтому пользуется спросом. И каждый раз хочется сюда приезжать вновь и вновь. Всем пока-пока.